Мы приготовили тесто. Обратите внимание, тесто мы приготовили. Хочешь, Олечка, я испеку блины в одно касание без помощи половника и без помощи сковородки? Я да. не верю. При помощи электроблинницы Жардека. Здесь нет ничего, никакого половника. Вы просто выпекаете красивые, вкусные вот такие вот блинчики. Всего 2499 рублей. Это цена электроблинницы. Я не могу представить, как это без половника сделать блины. А вот так, Олечка, раз, мы опускаем, приподнимаем и оставляем прямо здесь. Оставляем, чтобы просто выпекалось на несколько секунд, потому что они автоматически будут просто выпекаться. То есть здесь не надо ни маслом смазывать, не надо брать половник. Просто автоматически вы положили и выпекайте. Пока здесь готовится, давай покажу, как это делается на второй. У меня рядышком точно такая же включена. В чем преимущество? Да, когда ты берешь, допустим, половник, ты не знаешь, сколько налить теста. То они у тебя получаются толстые, то они у вас получаются чуть тонкие. Смотри, ты опускаешь, делаешь вот такое вот движение, приподнимаешь и ставишь на нагревательный элемент. Тебе не надо ни регулировать, достаточно включить только одну кнопку. Олег, у меня, знаешь, какой вопрос? А есть ли какая-то рекомендация? Какое лучше делать тесто? Дрожжевое, бездрожжевое? Мои рекомендации. Можно попробовать дрожжевое, но я когда тестировал этот прибор, мы делали при помощи простое тесто стандартное. Это два яйца, молоко, можно просеять муку и, так сказать, масло тоже с сахаром добавляется. Ой, как будет здорово! Ах, блины мои, блины, вы блиночки мои в доме! Я уверена, что все домочадцы обожают блинчики. Но не только же на масленице мы себя балуем. Делайте блинчики дома с помощью электроблинницы. 2499 рублей – доступная цена. Посмотрите, какой у нас румяный. Как румяный, как легко получается. То есть у нас здесь уже практически готово. Нам остается просто, смотрите, вот так вот свернуть. Смотрите, и подать к столу. Еще раз показываю. Смотрите, все, Олечка, вот он. Он вытекает, этот джем, но посмотри, он здесь не пригорает, потому что здесь мраморная крошка. Может быть, я на чистый покажу? Давайте разбираться, за счет чего так легко и просто выпекать блины на электроблинице Жардеко. Ну, а вы тем временем успеете заказать, успеете забрать свои электроблинницы и наслаждаться легкой выпечкой. Итак, рассказываю. Вы получаете вот такую электроблинницу, где нет ни половника, ни специальной блины, где надо ставить на плиту. Специальный нагревательный элемент на находится внутри. Но главное преимущество, вы ставите на стол, включаете в сеть, не надо никаких регуляторов. Включаете кнопку, она автоматически нагревается до температуры 180 градусов. У вас затрачивается на приготовление блина всего лишь около минуты. Вы представляете, как вы экономите время? Вы не перемываете посуду, все очень просто. Какая производительность! Звоните, пока электроблинница есть в наличии.